Многосерийный фильм «Елизавета» – это новая глава из грандиозного исторического цикла. На «России-1» с большим успехом прошел показ картин, посвященных судьбам Ивана III и Софии Палеолог. В фильме «София» Ивана Грозного и Анастасии Захариной Юрьевой. В фильме «Грозный» Бориса Годунова и Марии Скуратовой. В фильме «Годунов», а также правление императрицы Екатерины II в 18 веке представлено в трилогии «Екатерина». Главную роль в картине «Елизавета» от режиссера Дмитрия Иосифова исполняет Юлия Хлынина. Также в ленте снимались Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Виктор Раков, Алексей Агранович и другие звезды кино. По предварительной информации, дата выхода долгожданной премьеры многосерийного фильма «Елизавета» назначена на 19 мая 2022 года. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.